В школе выдавали продуктовые наборы на детей. Нам не дали. Сказали, что нет справки, что мы малоимущие. У нас оба родителя в семье не работают. Почему не выдают помощь? Живем в Суховке, Кохомское шоссе 5. Я и еще одна жительница подъезда работаем в областной больнице. Сейчас находимся дома на карантине. Должны ли наш подъезд обрабатывать, дезинфицировать? Жену вызвали на работу, но при этом не выдали никаких разрешительных документов. И кто тогда будет платить штраф? Но при этом еще сказали, чтобы носила персональный градусник. Кохма, Запрудная. Стоят три контейнера. Рядом выкопали яму, и туда сваливают все отходы, швейные предприятия и Магнит. В Заволжске у меня пустует квартира, никто не покупает. Месяц за нее мне начисляют плату, превышающую за трехкомнатную в Иванове. У нас Заволжск отдельное государство, здесь нефтяники живут. Тейково, почему у нас говорят, что пособия по уходу за ребенком пойдут из материнского капитала, хотя они должны идти из федерального бюджета? У нас разве отдельное государство? Почему не работает МФЦ, хотя призывают приходить и оформлять документы? Департамент природных ресурсов объяснил, что люди, заплатившие за весеннюю охоту, могут вернуть деньги. Кто заплатил еще осенью, только через суд. Рассчитывают, что в карантин судиться не будут и деньги пропадут. Считаю это ущемление прав. Бережская, 14. А кто-нибудь вообще следит за тем, как дети без масок рассовывают рекламу по почтовым ящикам? Неужели все это законно во время карантина? Мы родители ивановских школьников, которые получили продуктовые наборы. Удивились, что цены на продукты завышены. Ощущение, что кто-то наживается на этом. Гречка, макароны, рис, две банки консервов. Неужели нельзя дешевле набор собрать и разнообразнее? Живем на Диановых рядом с МЧС. Мусорные контейнеры всегда переполнены. Вывести не могут, потому что баки перегорожены машинами от МЧС и еще какой-то организации. Настоящая свалка, дышать невозможно. В 7-й поликлинике врач-офтальмолог принимает с 10 до 12. Просила принять без записи в 11:05. Врач мне сказала, что она уже устала принимать. Посетителей больше не было. Как она так устала за час работы? Микрорайон ДСК, дом 3. До сих пор детскую площадку не огородили лентами. Дети спокойно гуляют на ней. Уборка на верхних этажах дома вообще не проводится.